Всем привет! Сегодня прошивал, отключал и мобилайзер вот на этом блоке. Это у нас блок управления Audi A6 C5, 97 год. Объем двигателя 1,9, дизель. Редко у нас в нашем регионе дизель. Стоит и пром. Вот он и пром. Так, он у нас B58-253. Это у нас 24C02. То есть, в принципе, простая микросхема EEPROM. Ее отпаиваем, заливаем другой EEPROM файл, и все работает. Сейчас вот подключил диагностику. Заходим в диагностику. И той ошибки, которая говорит о блокировке двигателя, ее уже здесь не будет. Вот, заходим. Вот такой вот блочок сейчас. И Denty отдаст. Вот он. И заходим. Коды ошибок. Коды ошибок у нас, ну, понятное дело, тут ошибки есть, потому что блок на столе. Все не подключено, конечно же. Ну, вот основной ошибочки у нас уже здесь нет. То есть блок будет работать без иммобилайзера. Ну все, всем пока. Кому может нужен EEPROM, обращайтесь, помогу.